Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья, я Роман Головин. Сегодня поговорим, лекция будет называться «Успехи через неудачи». Некоторые люди, которые к нам обращаются, да, у них очень много бывает жизненных уроков, очень много неудач. Люди воспринимают, конечно, люди не знают, как это называется, большинство из них, так как не знакомы с нашим каналом, с нашим творчеством, да, с нашими знаниями, которые мы получаем от наших создателей. Естественно, у человека это слово «неудача» всегда будет. То есть неудача финансовая, неудача со здоровьем, неудача в семье, там, да, неудача с друзьями и так далее. То есть это неудача. Многие известные люди, они прошли через множество неудач. Многие миллионеры, там, миллиардеры там, разорялись там, по несколько раз, опять поднимались. Там. То есть вот эти неудачи учат людей быть успешными. Информации очень много на эту тему, там, да, но большинство не знает, почему это происходит. Мы приходим на эту планету, чтобы развиваться. Развиваться только через какие-то сложности, да, ограничения. То есть когда есть у человека ограничения, неудача, человек ее переживая, остро чувствует все проблемы, которые с ней связаны. Маленькие примеры. Да, вот смотрите, муж, жена, да, вы живете в квартире. Жена, например, всегда ответственна, да, ну, большинство, да, моет пол, там, да, вытирает, стирает. Вот, допустим, муж пришел грязными ногами, прошелся куда-то там, жена ругается. Слушай, почему ты не можешь снять грязную обувь здесь? Не ходите 2 метра дальше в коридор. Есть такое, да? Если вы бы мыли пол бы, да, мужчины, на место женщин, да, ваших жен, любимых, поверьте мне, вы так же само реагировали. И вот уроки, когда мы что-то делаем, например, вот я, например, да, бережно к технике отношусь всегда, в одних руках она у меня будет очень долго работать. И когда мы бережно относимся, она долго работает. Когда другой приходит, бац, пыр, что, бросил там на торпеду в машине ноги грязные положил, мне это не нравится. То есть я, например, напрягаюсь. Я знаю, что я к машине очень бережно отношусь, потому что часто много ездить приходится, и машина – это все. То есть, тем более там, где не развит общественный транспорт, ну просто без нее никак. Естественно, она всегда у меня будет в идеальном состоянии. Идеальные технические, все узлы технические, все будут работать правильно. Постоянно должен быть сервис и уход. Здесь то же самое. Да? То есть, когда у вас есть проблема со здоровьем, да, большинство людей начинает искать, что не так, что я в жизни делаю не так. Там, менять питание, там, да, питание не помогает, так, значит, дело не в питании, так, что я неправильно делаю в жизни. Там, начинают смотреть, что с иммунитетом, да, что с образом жизни, там, со сном. То есть, видите, человек вникает в каждую сферу, углубляется, заостряет свое внимание, потом оказывается, да, что есть люди, которые рассказывают про порчу с глаз, там, потом кто-то о темных может случайно узнать от нас, например, да, либо от подобных людей. И эти люди начинают уже выходить на духовное развитие. То есть урок изначально был направлен, чтобы человек начал духовно развиваться. Допустим, потом какие-то ограничения с финансами. Ага, так, финансов не хватает. То есть человек начинает искать себя. То есть страну может поменять, да, он в неправильной стране жил, поэтому урок начался. Либо когда он, скажем так, проходил через этот урок, он осознал, да, что вот это лишнее в его жизни, вот это лишнее, что это все лишнее, да, то, что он раньше покупал, там телефоны часто менял, или там фанат какой-то одежды был, ботинок, там часов. И наступили ограничения, человек начинает осознавать, да, ребят, я живу не для этого, не для накопления, а для набирания опыта, да, и для душевного развития, для медитации, там, для йоги и так далее. То есть раз, какие-то ограничения в семье, ага, так, что случилось, почему мы не понимаем друг друга, там, да, то есть начинаешь думать, там, либо программа закончилась, либо еще что-то. То есть это как некие испытания, каждый раз вызовы. И вы становитесь крепче, да, если вы правильно подходите, скажем так, к этим всем неудачам, да, к урокам, вы более крепким выходите. То есть, если человек, скажем так, с нестабильной психикой, с проблемами, он еще глубже войдет в проблемы, да, будет к психологу ходить, там, еще куда-то. А на самом деле все гораздо проще. Понятно, что когда мы живем с человеком 30 лет, любовь там серьезная, и вдруг потом все это заканчивается, конечно, очень сложно это все перенести.
когда там совместно все нажито, построено, там как это все делить, расходиться, то есть это большие, огромные, это тоже уроки неудачи, ну, неудача это все в кавычках, скажем так, возьмем, да, то есть это тоже развитие человека, просто многие люди к этому неправильно относятся. Ко всем вещам нужно относиться правильно. Вот я тоже могу много в своей жизни приводить примеров, особенно с моим домом, со строительством, что я тоже очень много раз обжигался, и причем там я планирую одно, потом почему-то там со временем я начинаю думать, что нет, это неправильно, надо это все поменять, потом там всех на уши поставишь, там еще раз все пересмотришь, переделаешь, и опять возвращаешься к тем вещам, которые изначально были запланированы. Зачастую вот эти первые позывы, они являются самыми правильными, интуитивными и так далее. Поэтому зачастую это все правильно. И нужно понимать, да, что знание – это сила. Когда есть знание, да, на таких каналах, как у нас, вы приобретаете знания. Знание – это самое ценное в этой жизни. Поверьте мне, вовремя данный совет – это самая ценная вещь в жизни. И вы начинаете вот ко всему, что происходит в вашей жизни, относиться по-другому. Да, нет денег, займитесь хобби каким-то, больше на природе гуляете, да, спортом занимаетесь. Нет денег, в зал ходить, ходите на улице занимать. Всегда можно найти себе, поверьте мне. То есть идешь, раз, дверь, повернулся направо, пошел направо. Раз там дверь, пошел налево, там поменяли программу, опять прямо пошел. Да, конечно, это хорошо делать, когда ты все время в тесном контакте с контактером. Это всегда хорошо делать, когда есть знания, то есть понимание, да, и тогда все гладко проходит и никаких проблем. То есть, когда люди воспринимают это очень серьезно, там, вот у меня нет денег, там новый телевизор, да бог с этим телевизором. Ищите себе другие занятия на сегодняшний момент, читайте больше книг, там, да, занимайтесь йогой где-нибудь там, не знаю, в интернете сейчас все можно найти. То есть всегда можно найти какой-то вариант. Зачастую, как я уже говорил, вот эти неудачи выводят вас на правильный путь, на решение проблем. Да, не у всех развита интуиция, не у всех развитая душа, да, не все обладают сверхспособностями, да, не у всех, конечно, есть понимание. То есть, опять же, вот есть информация, ее надо штудировать. И через вот эту информацию у вас приходит правильное понимание. То есть вот люди, которые просто смотрят наш канал, сколько вот раз такое замечал, никогда к нам не обращались, там, да, никогда ничего не делали в душевном плане. Никакого развития, стремления. Но когда начинают смотреть потом усиленно наш канал, процентов на 85 люди получают даже больше иногда. Получают ответы на все их вопросы, о которых они не знали даже, да, как решить эти проблемы, да, не могли найти ответы и находят их, и осознают, переваривают, просыпаются, выходят из матрицы, пересматривают всю свою жизнь и, поверьте мне, остаются счастливыми людьми. Единственный минус, конечно, это вот всегда теряешь много людей, друзей, товарищей, которые остаются в той же матрице, спят глубоко, да, и с ними на эти темы лучше не разговаривать, иначе их до конца потеряете. Что происходит? Во-первых, сила воли очень важна в этих вещах, да, то есть усиливается сила воли. Боретесь с ленью. То есть большинство людей, когда какие-то такие неудачи происходят, человек опускает руки. Опускать руки нельзя. Больше отдыхать, больше философии, больше медитации, все это сглаживается. Все эти проблемы решаемы. Конечно, наличие энергии. Вот у людей нет энергии. Когда нет энергии, очень сложный урок, очень неприятный, да. Когда ты ничего не можешь сделать, там, не пойти ни в зал, там, не работать нормально, ничего. То есть через такую силу все приходится делать. Очень неприятно. И не забывайте про философию. Философия она должна присутствовать в нашей жизни. Даже если вы что-то не понимаете, надо быть оптимистом, надо себя переделывать и нужно быть оптимистом, да? То есть есть люди, которые болеют постоянно. Простите. Вот есть люди, которые постоянно болеют, но они всегда находят в себе оптимизм, да? Вот как некоторые люди ездят без рук, без ног, там, да? Читают лекции по всей планете. И люди смотрят на них и воодушевляются. Я с руками, ногами, я там не могу ничего сделать. А вот человек без рук, без ног всего добился, лекции читает. Я тоже могу. То есть всегда нужно себя брать в руки и идти дальше.
Естественно, знания, о которых я все время говорю, очень важны для этого. И знания вашей программы. То есть, конечно, это уже для продвинутых людей, которые верят во все это дело, вникли в нашу информацию, да, и уже следуют своей программе, что самое важное. Для этого мы сюда и приходим. Для этого существуют специальные люди-контактеры, которые должны давать эти знания. Если вы уже разовьетесь до того момента, когда сами можете это получить, конечно, контактер вам не нужен. Вы уже сами контактер для себя. И вывод, да, что неудача – это и есть ваш успех в будущем. Поэтому пересмотрите свою жизнь, да, всегда можно провериться через контактера, узнать, почему в жизни у вас какие-то проблемы со здоровьем, с финансами, там, с семьей, с детьми, еще с чем-то там, да, все это можно посмотреть, узнать, сколько лет они будут длиться и так далее. Смотрите наш канал, подписывайтесь, пишите свои комментарии, если есть какие-то темы для видео, обязательно снимем. Удачи, всех благ и хорошего настроения. До свидания.